Однако, здравствуйте. Так, а это что за комната? Может быть... А что? Василич! Да я просто хожу здесь мимо, нафиг ты выпрыгиваешь-то на меня. Василич, отстань! Ты не можешь за кем-то другим побегать? Иди и воруй, я не знаю, других людей, других детей, за ними и бегай. Так, доброе утречко. А чё я в лесу в каком-то делаю? Василич, опять ты, что ли? Ты чё за фигня творится-то, а? А ну-ка, ты нифига не добрый. Я опять куда-то переехал. Почему я вечно ничего не помню? Так открыть дом. Замечательно. Перееду в новый дом, буду жить в новом доме. Как обычно, вожу с собой коробочки и вот это вот залитое клеем. Зачем я её с собой вожу, непонятно. Так, ладно, ключ взял. Педали потерял. Всё по старой схеме. Схема рабочая. Пойду в дом. И буду жить в доме. Ну, нормально у меня здесь, слушай. Ну, как бы, ну, есть же вот дверные замки. Почему бы просто их не открывать? Я не понимаю. Так, а есть у меня что-нибудь в доме? Замечательно, у меня даже холодильника в доме нет. И чем мне питаться? Чем мне питаться здесь? Новостями с телевизора? Даже телек не работает. Может, радио поесть? Радио? Ну, вот буду питаться информацией из радио. Блин, даже трубку от телефона украл, видимо, Василий, чтобы я никуда не звонил. Как он мне надоел уже. Почему я постоянно просыпаюсь возле него? Может быть, в полицию, не знаю, на него заявление написать? Почему он меня постоянно с собой куда-то возит? Я даже начинаю припоминать. Если раньше я не помнил, кто он, то теперь я помню, кто он. Я помню, что это Василич. И что он что-то замышляет. Так, чем бы заняться-то? Так, наверное, у меня есть гениальная идея. Я не знаю, зачем я хочу пойти в подвал к Василичу. Я не знаю, зачем я это делаю, но я просто хочу. Василич, ты в курсе, у тебя машина уже заросла? Ты когда последний раз выезжал куда-нибудь? Я сколько спал? Опять год? Полгода? Почему у него дверь закрыта? Зачем он двери закрывает в собственном доме? Не, ну такой нормальный, кстати, неплохой, не маленький домик, я скажу, однако. Однако, здравствуйте. Так, а это что за комната? Может быть... А что? Василич! Да я просто хожу здесь мимо, нафиг ты выпрыгиваешь-то на меня. Василич, отстань! Ты не можешь за кем-то другим побегать? Иди и воруй, я не знаю, других людей, других детей, за ними и бегай. Чё ты вечно бежишь-то на меня? Ты чё ты в меня кидаешься? Ты в курсе, да, там осколки? Если мне в глаз попадут, я ослепну. Тебе это не будет нравиться, если я ослепший буду к тебе пытаться в подвал попасть. Потому что я его не нащупаю, да? Смотри-ка. Чё ты кидаешься в меня? Все, давай, давай, до свидания. Так, куда спрятаться-то? О, отлично, здесь открою. Ну что там ходит, разбивает? Как ты здесь оказался? Василич, нет! Серьезно, ты меня просто поймал и выгнал домой? Да я к тебе даже не собирался. Все, я теперь буду сидеть дома и сам иди и пытайся попасть в мой подвал. Правда, у меня нет подвала, у меня есть чулан. А в чулане есть радио. А в радио секретный код. Все, Василич, давай меняться с тобой ролями, ты мне надоел уже. Не хочет, наверное. Давай я тебя хоть газон подстрижу. Нормальный такой газончик, кстати. Нужно бы, наверное, вот так сделать. Так, Василич, я у тебя тут немножечко ключики поищу. О, отлично, вот видишь, ключ нашел. Белый ключ. Он такой же белый, как моя душа. Подожди, Василич, не на кровати только. Фух, я уж испугался, мало ли что у него там в голове могло быть. Что он собирался со мной сделать? Ну, например, накрыть одеялком и такой, типа, как ты меня видишь? Ну, типа, ложись, спи. Подожди, Василич, там надо дверь открыть. Давай откроем дверь. А ты что, окно не починил, что ли? Все за тебя, что ли, делать? Давай иди сюда, сейчас тебе темную здесь устроим. Только единственный, кто мне темную устраивает, это он. Так, ну и что? Что я имею? Вообще нифига не имею. Надо как-то разобраться, у него слишком много входов, слишком много выходов. А где у него, собственно, подвал? Так, вот это вот, опа. Тих-тих-тих, спалили. Так, черный ключ. Допустим. Так, здесь нету. А мне куда? Сюда нужно попасть? Нет?
О, нифига себе, у него там палисадник. Нормальный такой хороший палисадник. О, карточку нашел. Отлично, надеюсь, кредитный. Правда, где я здесь покупать? Что буду у медведя, что ли, разве что-нибудь прикупить у местных? Или бы, не знаю, леший, может быть, какие-нибудь ходят. Но здесь из леших я только Васильича вижу, и все. Он еще тот леший. Василич, мне нечем с тобой разговаривать. Да, давай, пинайся там. Тик-тик-тик-тик. Занято. Занято, кому говорю? Вот вообще, вот ни стыда, ни совести, ничего нет. Так, ладно, а как мне, собственно, на второй этаж попасть? Опять он за мной бежит. Ты как ты меня видишь, а кто мусор, Василич? Фига себе. Ты вообще, Василич, да что с тобой не так-то? Что с тобой не так происходит? Ты мне надоел уже. Так, 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 черный ключ. О, белый ключ, замечательно. Во, я нашел вход на второй этаж. И у меня карточка еще есть. Надеюсь, все-таки кредитная. Там все коды указаны. Так что все, отстрою себе новый дом. Найму себе кого-нибудь. Так, нужен желтый ключ, да? И где мне его взять? А может телек посмотреть? Что по телеку показывают? А, да? Интересненько. А, да, да, да. А это какой язык, я стесняюсь спросить? Это, конечно, все очень сильно интересно, но... Опа, Василич! Так, вокруг, вниз, вперед! Поймал. Василич, я не знаю, зачем ты действительно меня ловишь? Не, ну это, в принципе, многое объясняет. Вот у меня по дому бы сейчас кто-нибудь бы ходил, просто что-нибудь ходил, делал, искал какие-то ключи, я бы сидел бы такой, повернулся такой, извините, а чем вы, собственно, занимаетесь? И зачем вы ходите по моему дому и что-то делаете? Это ведь ненормально, я считаю. Так, ладно, так, я всю дом этот не могу выучить. Может, здесь еще есть? Молоко есть. Да ты чё, она в 97-м году еще просрочилась? Ты там чё, под оладушки брал? Так, здесь тоже ничего нет. Опа, смотри-ка. Обалдеть, нифига себе, а тут еще два ключа нужно. Так, я нашел черный ключ. Черный ключ — это хорошо. Так, еще нужен красный ключ и синий ключ. Ай-яй-яй-яй-яй, бежать! Никого нет дома. Нифига себе, как ты кидаешь, занято. Че, еще разочек пробежимся? Привет, Васильич. Как ты себя чувствуешь? У тебя ума хватило вокруг, да, побегать? Какой-то ты далековатый обход выбрал, не? Мне кажется, ну, реально далековатый. Камера опять его. Так, надо с другой стороны сразу открыть. Во, здесь выкинуть. Здесь по-любому что-то есть. О, красный ключ, замечательно. Только свистнешь, он появится. Так, фонарики, зачем ему фонарики? Слушай, здесь прикольно сидеть. Василич по-любому здесь сидит с компашкой туда-сюда. Даже в туалет не ходит, здесь в уголочек сходил. Там что, удобрение сразу захотел, что-нибудь выросил. Подожди, я надеюсь, помидорами, которыми он в меня кидается. Я надеюсь, эти помидоры не выращены на его, извиняюсь за выражение, какашка. Но они вкусные, по крайней мере. Удобрение много. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, здесь что у нас? А здесь нифига нет. Опа, желтый ключ. Так, отлично. Желтый ключ взял. В комнату попал. Обалдеть. А это что, свет? Да, это действительно свет. Так, ладно, здесь выкину. Так, видимо, это откуда-то должно открываться. Так, здесь заперто. Туалет. В туалете постоянно кто-то что-то прячет. Фу, чем воняет. Магнит, смотри, есть магнит. А зачем мне магнит? Так, а что я могу им примагнить? А подожди. Мне кажется, это был какой-то двойной обман.
Так, а здесь ничего внутри нету, ничего не лежит. Опа, а вот он и ключ. А, то есть я должен был вот так спуститься и взять ключ. А, Васильич, а ничего, что здесь окно есть? Можно просто разбить окно и вылезти. Ну, эти так, для справочки, для небольшой. Я хоть и не справочный, но могу давать тебе справку. Опа, Васильич меня поймал. Не, ну, это как-то... Я не знаю, это... Зачем так делать? Ну, там хоть бы решетка. Чик-чик-чик-чик-чик. Васильич, давай сюда. Молодец. Васильич, бежать. Все, Васильич, давай прощаться. Так, мне вот сюда. Так, если вдруг ко мне пойдет. Ну, то есть это вот так, да, работает? По идее. Ну, как-то это странно все работает, я тебе по чесноку скажу. Так, книга. Книга. Синий ключ. Я нашел синий ключ. Я нашел книгу. Я буду умным. Потому что я тупой. А если я почитаю книгу, я буду умным. Вот так вот и работает это все дело. Тогда я выйду, книга. Так, ладно, книга мне, видимо, нужна для этого. Книга, настало твое время. Как же она мне пригодилась. Опа. Чик. Пошел, пошел. Кого-то нашел. Так, синий, синий, иний. Опа, камера. Не попадаюсь. Работаю, не покладая рук. Привет. И что, я действительно все это время шел сюда, чтобы найти его? Василий, что за бред? Чем я искал картонного мальчика? Мальчик, ты чей вообще? На, вот с куклой поиграй. Чего бы нет? Понятно все. Вот такой вот, ребят, у нас был коротенький модик. В последнее время вообще нету длинных модов больших. Некоторые моды есть, но там, блин, я не знаю, как запустить, потому что куда именно закидывать, потому что автор не удосужился просто взять хотя бы написать инструкцию, а я когда запускаю, у меня отсутствует... Кстати, у Васильевича тоже телефон пропал. У меня отсутствует стену дома еще и так далее. Я не знаю, что делать с тем модом. По-моему, называется Hello Again. Как-то так. Мод там 1.4 версия уже, блин. Она еще вышла в июле месяце. Там вроде как большой мод, но я действительно не могу в нем разобраться. А проходить без своего дома надо посмотреть, какие еще косяки в доме у соседа будут. Если вдруг у меня все-таки появится желание. Ладно, ребят, на этом все. С вами, как всегда, был я, Леха Сметник. Не забываем подписаться на канал, ставить свои лайки, конечно, жать на колокольчик. Вообще, сегодня я должен был снять либо Стикмана, либо... пауков, но учитывая, что я проснулся в 3 часа дня, только пол третьего, поэтому вот так вот всего 2 ролика получилось. Как-то вот так вот все. Как-то вот не зашло, и еще сегодня я вряд ли один успею, потому что у меня будет слишком много времени, и я не вижу смысла выкладывать его. Вот так вот и живем, все. Я мальчика нашел и иду в чулан. Всем здоровья, там, добра и счастья, все, давайте увидимся. Буду сидеть здесь и слушать секретные сообщения. Вы что, здесь, что ли? За мной смотрите? Что ждете? Вы думаете, здесь улитка появится? Хорошо, вот вам улитка. Нормальная такая улитка. Если понравилась улитка, жми лайк. Все, улитка, уходи. Спасибо. Все, давайте пока всем. Увидимся.